Группа компаний СИП-Агроприбор, город Новосибирск, разрабатывает, производит и обслуживает аналитические приборы для контроля качества молока, измерения влажности продукции для молочной, мясной и других отраслей пищевой промышленности и сельского хозяйства, сертифицированные анализаторы качества молока «Лактан» и измерители влажности «Эвлас». Этот ролик позволит вам успешно освоить эксплуатацию ультразвукового анализатора качества молока «Лактан-1.4». В начале работы анализатор устанавливается на горизонтальную поверхность и включается в сеть 220 вольт. На индикаторе появляется версия анализатора, серийный заводской номер прибора. Анализатор переходит в режим прогрева, который длится 15 минут. После прогрева прибор переходит в режим «Молоко-1». Для проведения анализа в паз прибора помещается проба, нажимается кнопка «Пуск». Данные измерения отображаются на индикаторе. При подключении анализатора к персональному компьютеру необходимо произвести чтение EEPROM и открыть таблицу «Данные измерений», куда прибором будут вноситься данные проведенных анализов. Следует помнить, что данные первой пробы не будут корректны ввиду оставшихся в анализаторе следов предыдущей пробы, либо промывной воды. По окончании работы необходимо промыть анализатор, так как остатки молока в измерительной ячейке могут привести к выходу прибора из строя. Моющее средство готовится по инструкции, нагревается до 50 градусов, наливается в стаканчик для проб. Далее прибор промывается чистой водой с температурой 60-70 градусов до выхода прозрачной воды. По окончании промывки измерительный тракт продувается. Коллектив холдинга СИП-Агроприбор уверен, что анализатор качества молока «Лактан-1.4» станет вашим незаменимым помощником. На все вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора, мы с удовольствием ответим по телефонам, которые вы видите на экране. Будем рады общению на нашем сайте и письмам на наш электронный адрес. Искренне желаем удачи и успехов!